Алілуя, алілуя, алілуя. Бог у Христі примирив світ із собою і доручив нам слова примирення. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. І з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Марка. Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він встановив 12, аби були з ним, і щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив 12 і дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєву та Йоаннові, братові Якова, дав ім'я Воаргенес, що значить «сини грому», і Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріотського, який видав його. Це є Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! З Новим Годом! Взаємно! Ну, перше вчення ми слухали ситуацію, коли Давид намісто того, щоб помстував, да, над Саулом. Он простив його, показав йому настоящу любов. Знаємо, після того, як Давид убив Голіата, да? І прийшов обратно до, ну, на місце, де вони зібралися, ізраїльські жінки вийшли і пели пісні о том, що Саул убили тисяч, а Давид сколько? 10 тисяч. А с этого момента Саул начал заздрить, да? То, ну, как, Давид такой маленький, да? Выдает такую большую честь. А меня? И с того момента хотели убить его. Но благодаря тому, что Бог выбрал Давида, Саул не смог это делать. И кроме того, Бог дал Давиду шанс его убить, если он бы он хотел. Но, во-первых, он уважает, что Павел не смотрел на то, что Бог его якобы уже отказался от него. Все равно Давид считает его помазанным, что он помазанник Бога. И не хотели его трогать. Это тоже дает нам шанс смотреть, что Бог выбирает. Мы люди, мы не ангелы. И возможно, что мы можем согрешить. Если мы согрешим, чтобы обычно парафиане говорят, о, он священник, он такой так живет, и там подобное. Все равно это помазание у него осталось. Хотели мы это, не хотели. Но это помазание есть. Давид показывает это пример сегодня, что он помазник Бога. Я его не трогаю. Это раз. Второй, тоже дает нам, как мы должны относиться к нашим врагам. Кавычка. Или реально, действительно врагам, или тех мы думаем, что они наши враги. Чтобы мы относились к им любовью, на место того, что даже когда у нас есть возможность, реванш, что мы не делаем. Давид нам показал это сегодня. Как христиан должен себя вести. В большинстве времени наши эмоции входят вперед. Я ему накажу,
йому покажу і там подобне. А Давид это показав, що так не можна. Що касається Евангелії, слухаючи того, що зараз Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам схотів. І вони прийшли до нього. Тих, кого сам хотів. Що це говорить? Що покликання, призивання – це Божа воля. Люди не так не приходять до Бога, тільки тому, що вони хотять. Якщо Бог не хоче, ми не прийдемо. Це показує, що коли ми приходимо здесь, це тільки Бог призиває нас через любой обстановку. Помню, що коли це цари, три цари були, вот это три мудрости, да? Они изучают звезды и так далее. Они, чего они изучают звезды? Для того, чтобы знать, что там есть, как понять Бога. То есть они уже давно желали знать, иметь отношение с Богом. А Богу через это, когда Иисус родился, ему появился, показали это звезды. И через ту ситуацию привели до Господа. То есть Бог призывает нас через разные ситуации. Что я хочу сказать? Что наше пребывание в храме – это не случайно. Это Божье провидение. Божье провидение. Это когда, это примерно, когда кто мне сказал, что я могу так верно служить Богу после моего пребывания в Советском Союзе, потому что я совсем потерял веру, которую я имею еще в детстве. И через ситуацию Бог привел меня обратно до себя. То Бог призывает нас. Бог призывает нас. И Он еще здесь подчеркивает, призывает тех, кого Он хотел. То есть выбирает. То есть могу сказать, что мы счастливы, что Бог нас выбирает. Потому что, то есть выбор получается. А мы оказываемся тех, которые Бог любит так, чтобы привел нас до себя, чтобы покликал нас. Остальные 12 апостолов, которые мы все уже имена, все знают, это уже кому же он хочет больше что-то дает, кому-то меньше дает, но главное, что Бог призывает тех, которые Он схватил. И мы должны это признательно относиться к Богу и благодарить Ему, что мы из тех, которые Он выбрал. Аминь.